Каждый понедельник в 11 часов утра двери Одинцовского роддома открываются для будущих родителей. Мамы и папы могут посетить больницу, посмотреть, как все устроено, познакомиться с врачами, узнать о новых методах и технологиях. Для будущих мам и беременных Одинцовский родильный дом может предложить практически полный спектр медицинских услуг, связанных с акушерством. Одинцовский родильный дом активно развивается, появляются новые направления. Особый интерес у посетителей к партнерским родам. Многие отцы хотят быть рядом с супругой во время появления на свет малыша. Для этого в роддоме создано отделение, где пара находится вместе. Это услуга бесплатная в рамках ОМС. Для того, чтобы рожать вместе, будущему папе необходимо сдать ряд анализов и вместе с женой приехать в роддом. Супруга изъявила желание, я ее поддерживаю. То есть, чтобы самому как-то более спокойно чувствовать, что в контролируемых условиях. Вот, планируем, по крайней мере. Посмотрим, как получится. Будете рожать вместе? Да. Во время беременности у женщины возникают разные опасения. Особенно им подвержены те, кто ребенка ждет впервые. На таких встречах врачи развеивают все страхи и помогают настроиться будущим мамам на позитивный лад. Мне кажется, здесь достаточно современно и чисто. Вот это мне понравилось. И очень большой спектр и платных услуг, и бесплатных. Ну, то есть, как бы, в ногу со временем. Не совсем такое все. Не прошлый век. Одинцовский родильный дом – один из лучших в Подмосковье. Здесь созданы все условия не только для мам, но и малышей. Работает отделение патологии новорожденных. Двери роддома открыты для всех рожениц. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».